В ауле Псыш Абазинского района на базе Центральной районной библиотеки состоялся вечер памяти знаменитого абазинского поэта, публициста Керима Мхце. Помимо прекрасной поэзии, он оставил и яркий след в журналистике и драматургии. Занимался и переводом стихов. Альбина Ламкова продолжит тему. Керим Мхце – один из тех поэтов, чье творчество тесно связано с его народом, о своей личной ответственности перед ним. Подкупает в его стихосложении искренность и открытость миру. Форма его произведений строга, правильна. И есть то, что вдохновляет и удивляет. Не раз литературоведы и ценители его произведений говорили о неповторимости феномена его творчества. Эти же слова звучали и на этом творческом вечере. Причем многие стихи Керима Мхце рождаются как песни, неразрывно с мелодией, изысканно чувственно, с глубоким смыслом и трогательно ложатся на музыку. На вечер памяти пришли люди, хорошо знавшие Керима Леонидовича, почитатели его творчества и родные. Выступление каждого из них прошло волнительно, декларировали стихи, и взрослые дети читали проникновенно, красиво и душевно, с трудом, еле сдерживая дрожь в голосе. Присутствующие с большим интересом слушали воспоминания о поэте из рассказов его друзей, знакомых и родственников. Так вот, для нас папа был человеком, на которого хотелось походить и в жизни, ну и по возможности в работе, в творчестве. Он был эмоционален, но опять же справедлив. То есть, если он считал, что что-то неправильно, то он нам объяснял, почему это неправильно и как лучше. Мы вот с сестрой старались во многом походить на него, и брать то лучше, чему он нас учил. Не ожидала, что настолько все будет волнительно, потому что как-то стараешься себя всегда держать в руках, но тут вот настолько все тепло подготовлено с душой. Вот спасибо организаторам, сразу хочется сказать, всем участникам, детям, молодцы. Счастливилась действительно в этой семье родиться. Вот на самом деле это вот от души самый лучший в мире папа. Самые главные принципы жизненные, которые вот существуют, самые ценные, на чем держится мир, он все это прививал, учил правильно относиться к людям, к жизни, к событиям. Он был неравнодушен ко всему. Необычайное, удивительное наследие, пленяющее ум и сердце оставил народный поэт Керим Мхце, отметили организаторы его творческого вечера. Показать многогранность таланта поэта – основная цель организаторов. Мы опирались в подготовке мероприятия. Во-первых, на творчестве. Мы остановились на его творчестве. Мы хотели показать многогранность, многотемность, ну, что это не только стихи, но и песни, что столько лет его нет на свете, что он у нас значим для всего нашего абазинского общества. Альбина Ламкова, Альбина Темирова, Ренат Муков, Вести, Карачаево-Черкесия, Абазинский район.